Зад, живишка работает с Сигздом, погибает Эдвард. Флейми вместе с Симлом остаются вдвоем против пятерых. Мы как-то рассинхронизировали Нави свой выход. По сути, по одному. Вот это спрей, вот это он втопил. Браво, Флейми. Минус 3 и все-таки вытянул в конце немножко эту ситуацию. Нанес так называемый экономический дэмэдж по фнатикам, потому что так бы все совсем было сладко. Да, но я отмечу здесь работу от шведов по позициям. Очень круто они здесь действовали. И каждый раз вот Нави действует.